раньше не смотрели в окна, теперь для нас там целый мир. Ты ноешь, что от скуки сдохнуть, ты можешь в этот карантин. Мы раньше засыпали дома, нас раньше видела семья. Ты распиваешь колу с ромом, постишь фоточки друзьям. Я вытираю пот со лба рукой, и кислорода прибавлю с тоской. А ты давай, пациент, держись, ведь в этом вся теперь моя жизнь. Готовлю десятый халат, шприцы и велопарат. А ты там дома в салат, и на ютубе смотришь ролик опять от крип-клак. Мечтаю уж месяц поспать, от силы часов хоть бы пять. А ты снова вышел гулять, свежим воздухом подышать. По 14 часов операционные палаты переполнены. Ради пациента врачам приходится работать на износ. Он побывать бы